Здравствуйте! Сегодня приготовим мороженое из банана. Для этого накануне я нарезала и заморозила банан в целлофановом пакете. Достаем его из морозилки, кладем в блендер и взбиваем. Сначала появятся кусочки. А затем все превратится в однородную массу, и она побелеет. Сверху можно посыпать орехами или ягодами, полить медом или ягодным сиропом, посыпать тертым шоколадом. Приятного аппетита!